Зима, будет метель, снег, очень холодно. Когда будет следующее лето, непонятно. А сегодня у нас в программе автоматические удовлетворители. Он не любил, когда его называли панком, потому что был добрым и интеллигентным человеком. Смерть никогда не приходит вовремя. Его новый альбом вышел уже без него. Его дочке Кате только исполнилось 6 недель. Передача «Живая коллекция» приносит свои соболезнования всем родным, близким, друзьям. Андрей призывает всех любителей и ценителей его творчества прийти 6 сентября в клуб «Полигон» на концерт памяти, все средства от которого пойдут семье Панова.